В Якутске начала работу первая всероссийская научно-практическая конференция «Антиалкогольная политика как средство обеспечения национальной безопасности». Одной из главных дискуссионных площадок стал круглый стол формирования компетенций трезвого и здорового образа жизни. В его работе приняла участие доктор психологических наук, профессор, заведующий отделом Института развития образовательной политики МГУ Виктория Аршинова. Круглый стол проводится в рамках первого всероссийского научно-практической конференции, которая направлена на изучение дальнейшего совершенствования проблемы алкоголизации по всей России. Поэтому приехали специалисты с центра, и мы их мнение должны сегодня услышать.